Привет, сыграем в игру. Я называю факт, а ты должен ответить, правда это или ложь. Если отвечаешь верно, то загибай палец, если нет, то не загибай. В конце игры посчитай количество загнутых пальцев и получишь свое звание. Лучше соревноваться с друзьями, так что зови всех к монитору или кидай им это видео. Поехали. Существует место на Земле, где живет больше котов, чем людей. Это правда. Остров Аосима в Японии. На нем живет 22 человека и 120 котов. В свое время их завезли на остров для борьбы с мышами. Рестораны Макдональдс существуют на всех континентах Земли. Это ложь. Рестораны Макдональдс есть на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Полное имя ежика Соника — это Огилви Маурис Хеджхог. Это правда! Неожиданно, да? У тигров не только полосатая шерсть, но и сама кожа. Это правда! У тигров полосатость кожи является чем-то вроде отпечатков пальцев. Не существует двух одинаково полосатых тигров. В некоторых районах Японии и Шотландии ночью вместо привычного нам света включают голубой свет на улицах. Правда или ложь? Это правда. Такой свет привел к уменьшению преступлений и самоубийств в этих районах. Существуют такие блюда, как арбуз на гриле и запеченный в духовке арбуз. Правда или ложь? Это правда! Запеченный или приготовленный на гриле арбуз теряет свою гранулированную текстуру и может быть использован как заменитель мяса, так называемый арбузный стейк. Что? Человек может чихнуть во сне. Это ложь. Человек не чихает во сне, потому что мозг выключает этот рефлекс на период сна. Самая маленькая сфотографированная вещь в истории — это молекула. Это ложь. Самая маленькая сфотографированная вещь — это тень атома. Команда из университета Гриффита использовала микроскоп с супервысоким разрешением для создания этой фотографии. В Антарктиде запрещены собаки. Правда или ложь? Это правда, они запрещены с апреля 1994 года. Это сделано для того, чтобы собаки не передали болезни морским котикам. Ни одна птица не умеет летать назад. Это ложь. Колибри — единственная птица, которая умеет летать назад. Пиши в комментарии свое звание, также предлагай сыграть в эту игру своим друзьям и посмотри, кто кого. А также предлагаю тебе поиграть в предыдущие выпуски «Правды или ложь».